Итак, снова здравствуйте, дорогие зрители. Мы тут плюшками балуемся. Пытаемся Дейдра поклонника замочить. В данном случае я хочу его заклинанием долбануть. Не получилось, как это так? А, он должен быть, наверное, в бою. Дремор. Лови Дремор. А, ну с ним легко, наверное, будет, потому что... Что-то он меня там пытался долбануть. Да ну что за хрень тут творится? Веди меня. Еда сама приходит ко мне. Обожаю. Воображение играет со мной что-то не так. Пощады! Он опять полечился. Вы видели? Сработало все, но он полечился, сволочь. Кто там? Тут их два даже. Дейдра поклонника. Не работает, видите? Нифига не работает, к сожалению. И как же мне ее убить? Я хочу призвать такую хрень, чтобы они все нафиг тут поубивались. Где-то тут она, кстати, была. Счастливый кролик. Нет, не то. Не то же, блин. О, пожирающий дух, да. Оно. А, это всего лишь колдун-ученик, так его я могу быстро отыметь. Так, здесь нужно внимательнее относиться. Чё за нахрен? Ты у меня сгоришь, или молния! Не, реально, что-то они вызывают таких же хренов, как и я. Такая сложность мне по нраву. А с кем они там воюют? Неужели все еще мой дух живой? Я что, голодный? Да, я опять, у меня и жажда, и голод. Какой ужас, нужно это... О, все, больше есть не хочется. Все, по идее, теперь не должно хотеться пить. И теперь реген, видите, увеличился. Хорошо, что есть такие моды, которые реально улучшают игру. Но мне, тем не менее, нужно их внезапно так отыметь. П-
потихоньку будем по одному убирать. Нет сомнений, был какой-то звук. Тут я найду, что это сделал. Что это было? Тут кто-нибудь что это есть? Хм. Все-таки показалось. Все-таки показалось, да? Я вам буду казаться еще долго. Да, без невидимости, какая бы у вас скрытность ни была, вы все равно так не сделаете. По крайней мере, на такой сложности. Скрытность и невидимость — это разные вещи. Скрытность, она очень сильно повышает. Ой, невидимость очень сильно повышает скрытность. Так, колдун-ученик. Нет сомнений, был какой-то звук. По одному ко мне подходите. Вот это офигенно она уклонилась. Вот это я ее уважаю за это. И даже готов расцеловать. А можно мне? Если бы можно было разряжать посохи, я бы их точно разрядил. Так, заряжаем. Это того стоит. Рекомендую как раз промежуточные камни. Крохотные нужно отправлять на зачарование дорогих кинжалов, чтобы их продавать. А начиная с маленьких и кончая большими камни, нужно использовать для уже своих целей. Туда иди. Нормально не заметила. А? Потусторонний. Какой потусторонний, нафиг? Точно был. Нервничаю, видимо. Ну, подумаешь, тебя там парочку болтов впустили. Нет, надо что-то менять. Явно надо что-то менять. Где тут этот дух великий, ужасный, который чисто против как раз этих чуваков хорошо работает? Просто против большинства, вот пожирающий дух. Так вот, против большинства противников Дремора Гвардеец оптимален. Но бывают исключения. Так, ну что ж, попробуем еще ее. Чисто, чтобы прокачать навык и все такое. Тут кто-нибудь есть? Тут и есть дух. Куда ты убегаешь, чувак? Что такое? Дух, мочи ее. А, тут Даэдра. Темный соблазнитель. Воображение.
Это со мной шутки. Эй, ты, земля! Что это было? Руда! Эй, смакайся, морда! Эй, смакайся, морда! Пусть радахнул из невидимости. Эй, тролль, еда! Эй, смакайся, морда! Эй, урод! Скоро твоя моя с таким удовольствием убью! А чё, они уже Тримора убили? Всё-таки ничего особенного. Конечно, ничего особенного. Ну что это за враги ужасные? Фух, 50-й левел. Прокачка от и до. Может, придётся даже лук использовать мой специфический. Ой, не лук. А, в общем, зелье для арбалета. А это чё? Это моё? Нет, его нельзя обыскать, значит, не мое. Угу. Даже не знаю. Скрытой коброй может подействовать. Ну блин, она ж опять полечится. Очень сильно полечится. Ни о чем больше думать не могу. Последний. А как? Как тогда ее убить? Жертва была так хороша, трепыхалась ровно столько, сколько надо. Темного соблазнителя отымели. Сейчас полечится, сука. Так. Нет, не попал. Так, так. Блядь! Полечилась, зараза. Тут кто-нибудь есть? На! Тебе. Вот ты где. Так, а теперь паралич на нее. Я тебя стану. И попробуем, как же ее попробовать отыметь. Скрытая кобра не подходит. Убить жизнь тоже не подходит, потому что слишком много у нее жизни. Ну, в общем, буду ее этим. Параличом долбить. Бей ее! Ты чё ее бить не можешь? Ты издеваешься? Вот, берешь и бьешь. Берешь и бьешь. Тут кто-нибудь есть? Или она починила этого доэдру? Это ее доэдра? Она починила его, вы представляете? Но я ее все равно убил. Он меня просто не увидел. А прикиньте, если бы увидел, был бы мне трындец. Какой просто ужас тут творится. Опять тут эти доэдры умершие, непонятные. Нильномиры. Интересное подземелье получилось. Хотя это еще не конец подземелья. Может, мы еще кого-то здесь встретим. Аэдра и Даэдра. Интересная книга, но, по-моему... А, нет, я ее не читал.
Тут можно будет поспать, что я, скорее всего, сделаю, так как Мзуфти будет не до этого. Ядовитые колокольчики. Яд с использованием ядовитого колокольчика автоматически становится более мощным, чем с другими ингредиентами. Ну, еще там есть нюанс. В принципе. Пчелиное гнездо. Берем. Ну, арбалетик, как вы видите, да. Даже на легендарном уровне он рулит. Ну, естественно, с такой-то атакой. 699. Что-то маловато. Почему так мало? Почему всего лишь 699? Я не понимаю. Так, перчатки, ожерелье. Это... Дебафов нету? Нет, дебафов нету. А в чем тогда прикол? В чем прикол? Может, так повысить можно? 713. И так. А, ну да. Этот же урон не считается. 713, значит, урон. А что его тогда повышало? Я абсолютно что-то не врубаюсь. Харе, болты, электричество тратить. Простые бери. Камень душ. Нет, хватит мне роб тайдер поклоннических. Нехреновые довольно-таки. Тут что? Радует, что моды и в локациях, а не только случайных, в общем-то, встречных меняют. Что я за фигню открыл? Мне нужен крохотный камень душ. Все. Больше мне ничего не нужно. Тут, значит, у нас лунный орхан, который, естественно, нам ничего не дает. Большой камень душ, зелье. И тут, по идее, цель нашего путешествия. Да, это тот посох. Кольцо с бриллиантом, медный обруч с сапфиром. Нет, щит не буду брать. Черный камень душ. Да, черные камни душ. Нужно будет где-нибудь найти способ ими затариваться в массовом масштабе. В больших количествах, в общем, их где-то доставать надо. Так, стеклянное оружие тоже уже не рулит. Как вы понимаете, без моей крутости я бы здесь не выжил. Даже так приходится какие-то ухищрения делать, чтобы выжить. Так как я с одного заклинания тупо могу умереть. А тут что? Чуваки, я хочу к вам. Мне можно подогреться как-нибудь тут? Грейся. Нет, не нужно ему греться, похоже.
Я заметил, что я редко использую кнопочку R, чтобы взять все, что здесь лежит. Так. Ну, стрелы стоит всегда брать, потому что они ничего не весят. Неужели здесь будет другой выход? Или нечто вроде того. Грозовой тронах. Кстати, я их в природном виде, в природном состоянии с солью еще не видел в этой игре. Они только на высоких левелах присутствуют в ней. И мой 50-й левел, видимо, соответствует высокому в здешних понятиях. А что, еще и дальше можно пойти? Ну, я пойду. С удовольствием. Ну, нифига ж себе. Адепт. Адепт, адепт, адепт. Навык зома самый бесполезный в Скайриме. Ну, как бы сам этот навык по себе полезен, потому что мы постоянно открываем сундуки, но прокачивать его бесполезно. Именно в этом плане он самый бесполезный. Купил 20 отмычек, ну, или лучше 200. И все, и у тебя будет и 100-й уровень. А, нет, это просто здесь такая. А, кстати, да, это короткий выход. Не знал, что они даже в пещерах бывают. А как эту ловушку активировать? То есть, как бы здесь это похоже на ловушку, но она никак не активируется. Вот это у меня разрыв шаблона только что был. Итак, мы вышли из пещеры, и тут меня заметила дамочка. Ха, вот ты где! Пусть она там воюет. Она меня заметила, но я оказался круче. Меня не видно. Ее убили уже. Какие-то зомбари, которые напали на еще кого-то, там на волков. Тут творится какой-то бешеный хаос. И не только бешеный, но и лютый. Так вот, в чем прикол заключается? В том, что как бы файлик, который я, кстати, в специальном ролике к Скайриму показал и рассказал, что он типа улучшает, он действительно улучшает. Так. Нужно выключить просьбу Онмунда. Я ее все равно не забуду. Но маркер сбивает с толку. Так вот, то есть... Что я хотел сказать? А, да, то, что файлик помогает, потому что такое количество монстров у меня бы уже давно повылетало все на свете, игра, и было бы FPS гораздо меньше. У меня сейчас 22, вот снижается до 15, опять до 20 поднимается. Ну, по мере прогрузки, разумеется. То есть, кроме прогрузки, у меня проблем нет в Скайриме. Сейчас. Вот меня всегда удивляло, вот это вот что за фигня. Фу, там опять какая-то хрень бегает. Ой, не люблю я все эти вещи непонятные. Кроме того, сейчас же я бегаю без спутников. Это довольно интересно. Кто там еще? Апчхи делает. Звуки странные издают. Ага. А это что за место? Не, я туда не пойду.
меня переубедили вот эти вот непонятные нечисти, которые там как раз и обитают. А тут а что? Тут что-то падает. Осыпается. Искатель приключений. А, и у него тут свиток. Ой, не свиток, а книга «Войны за Этерий». Квестовая. Самое прикольное, что как он здесь погиб. Как можно было умудриться здесь погибнуть? Разве что пришли какие-то монстры его тут замочили. Но... не знаю, в общем. Давайте зайдем. Итак. Кристалл исчез. Найди Парата в Акулатории. Ты типа все того. В жмуры записался. О ходе исследований синее одеяние мага. Не буду его раздевать. Так. Ну что я могу об этом прочитать? Сейчас прочитаем как раз. Но у меня до сих пор дневники мясника лежат в инвентаре. Нужно будет от них избавиться. Ассистент Гаврос, совету стало известно об отсутствии результата в работе вашей группы. Особенное недовольство вызвал тот факт, что ваши спецификации фокусирующего кристалла оказались совершенно неверны. Весь конклав связывающих трудился без устали. И совет вполне уверен, что новый кристалл полностью соответствует задаче. Вам поручается как можно скорее доставить кристалл на место, завершить свою работу и предоставить совету подробный отчет. Совет ожидает, что вы доставите кристалл в акваторию лично, и что дальнейших проволочек не возникнет. Первый адъюнкт Оранел. В общем, какой-то оральный адъюнкт. Ну, хотя бы не анальный. Уже утешает. Я так понял, что если бы мы раньше сюда пришли, то здесь бы этого чувака не было. И, собственно, мы не смогли бы взять ключ у него. У него бы, наверное, его украсть нельзя было. Так, давайте обкастуемся и пойдем внутрь. Ну и, собственно, мы бы не смогли пройти дальше. А так сможем. И сейчас тут какие-нибудь двемерские инженеры как полновылазят. Я ведь знаю, как так бывает. Но всегда так. И я отсюда весь металл, который мне нужен, я его вытяну. Наверное, каждый мечтал, кто играл в Skyrim, вытянуть все эти тяжеленные штуки, которые переплавляются на довольно-таки ценные, и с точки зрения крафта, и прокачки навыков, и того, что ты, собственно, крафтишь, и даже цены слитки. Но они тяжелые. Я могу ходить по этим плитам запросто, потому что у меня прокачано скрытности это. Где тут моя любимая скрытность? Ну, когда уже 70 уровень стрельбы? И скрытности сотый уровень. Вот зараза. Хочу воина тени. Тогда меня точно никто никогда не обнаружит. Никто никогда. О! Идеальное зелье лечения у него лежит здесь. Точнее, даже стоит. А он дохлый. Ну, не полечился вот так вот. Тупой слишком был. Да, эти тоже довольно ценные вазы. Их, похоже, тоже модами добавили. Добавили.
Так. Какой-то там траукер. А, нет, две мерзкие работники. Какой же ты две мерзкие работник? Если пауканов не можешь уберечь. Я даже сохраняться не буду. Буду его так из скрытности пить. Так. Вот и все. Конечно, это только начало. Прикиньте, что будет дальше. Я даже смог болт собрать. О, у него еще дополнительные болты две мерзкие. Так, еще металлолом. Ну, я сейчас здесь поразвлекаюсь. Гироскоп мне не нужен, а вот камни душ полезная вещь. О, опять наш персонаж хочет и есть, и пить, и срать. Вот эти вот две мерзкие урны на начальных уровнях можно собирать на продажу. И теперь я покушаю, попью там и все такое. Сделаю. Отлично, больше пить не хочется. Чтобы получать бонус к регенерации и всем ништякам. Странно, что так мало времени действует невидимость. Это меня довольно-таки выбешивает. А кастуется она долго. Может кастануть альтернативу? Там есть, короче, альтернатива, которая позволяет это... когда ты в тени быть невидимым. Тут же теней много, поэтому это было бы неплохо. О, какая-то хрень, которая сейчас поплатится. Паук. Опекун. Ужас какой. Он заглючил, что ли? О, кританул. Не знаю, может, надо было на электрический урон зачаровывать сам арбалет. Тогда просто огненными стрелами пользоваться. Но я арбалет, может, и себе и поменяю. Теперь же в этом проблем особых нет. Покупаешь двемерский арбалет улучшенный. И проделаешь все, что я проделывал при вас. Зачем мне слабые зелья магии? Тут можно обезвредить ловушку, а можно и не обезвреживать. Кому как удобнее. Опекун. Тут еще две мерзкие металлом. И еще. Да тут, я не знаю, я буду по двемерским руинам теперь шастать сколько только смогу. Очень круто здесь все. Много хорошего лута. Чувствуется, что авторы модов, они пытались сделать Моровин. Там тоже, короче, ценными были очень эти все. Две мерзкие штуки, было много камней душ. А может и не было вообще камней душ. Я не помню насчет Моровинда. И не знаю. Я ж его не играл. А так бы здесь, короче, фигня какая-то. Выстроилась. Бах, и все.
Сюда это наверх, а туда вниз. Так вопрос, куда нам идти? Насколько я знаю, там, где ловушки, там обычно... В общем-то, менее важные вещи. Поэтому мы пойдем туда, где ловушки были. Красава. Ну, как вам мой мах? Это, блин, уже не совсем мах, получается. Он только иногда дремор вызывает там. А больше у него от мага и нету ничего. Ну, еще невидимый, конечно же. Да, без невидимости здесь трудно. Особенно без улучшенной какой-нибудь. Тут лунная руда эльфийская. Вот такой здесь, блин, писюн тянется, и тут поршень. Довольно, кстати, странно. Вот этот поршень, я так и не понял. Вот это вот посередине, это труба? Потому что если это просто рессор, знаете, там... Ну, обычно делается так. То есть цилиндр наполняется маслом и торкает поршень. А поршень, короче, сжимает воздух или что-то в другом месте. Ну, это гидравлика или паровая система, непонятно. Ну, здесь ясно, что пар. Вообще, эти двемеры, они на момент исчезновения были где-то на уровне 18-го, может, начало 19 века. Развитие, собственно, нашей цивилизации. То есть у них еще не было электричества, но были газовые лампы, там пар был. Все ведь знают, что там, ну, на Западе было, скажем так, до эры электричества была эра газа, когда все топили газом и освещали газом. И паровые двигатели на газе работали. Ну, стационарные. О, довольно странно. Ну, хорошо. Ты, короче, того. Видите, нового автоматона даже нарисовали. Правда, вот видите, вот это вот явно не автоматическая штука. Непонятно, в общем. Это то ли полностью автоматическая штука, то ли полуавтоматическая, полуживая. А у меня уже тем временем заканчивается место. Так что скоро мы... Ну, я полезу в инвентарь. А вас не буду напрягать этим. Просто сам вне записи сделаю. Да, с арбалетом круто, конечно. О, еще одна декоративная палка. И еще одна. Ну все. Все. Давно пора мне... Видите, 440 из 450. Нужно срочно прятать. Итак, мы продолжаем. Да, я только что выключил. И уже у нас 207 веса из 450. Так. Ой, у меня невидимость упала. Какая-то хрень бегает.
Да, и я эти взял. Камни туш. О, это корус такой. Берем, кстати, хитин коруса. Он нам пригодится, чтобы совершенствовать броню особую. И хотя Тиберий об этом не знает, все же я считаю, что нужно это учитывать. Какие-то эти корусы здесь как кузнечики. Или то не корус. Что-то похожее на него. Явно. Тут еще какой-то хрен дохлый. О, паралич. Это он кого парализовать пытался? Себя, что ли? И ухо Фалмера. Оторвал Фалмеру ухо, что ли? А где сам фармер? Фармер, Фалмер. Фармер это типа фермер. Нам нужен именно Фалмер. Ой, нужно отвыкать собирать ингредиенты. Это абсолютно мне сейчас уже не нужно. Но я почему-то все меня норовит взять эти ингредиенты и собрать. Я уже отсюда вижу ловушку. Кто же делает такие ловушки, которые легко заметить? А вон летающий такой же. Чё это за хрень такая? Мамку мою родную. Корус ползун. Корус. Все, не увидишь ты меня. Как вы видите, скрытность очень важный навык. Если соберетесь играть на легендарке, то играйте обязательно без брони. Потому что броня здесь бесполезна абсолютно. У них что будет урона? То есть у тебя будет что брони 0, что у тебя ее будет куча. Результат будет один. Тебя убьют с двух одного удара. Следовательно, какой смысл жертвовать мобильностью и всем остальным, чтобы броню приобрести? Ой. Яичко. Капец, это блин, зерги, а не корусы. Причем зерги из второго Старкрафта. Ультралиск такой. Или не знаю, таракан. Ну, они как бы, я не знаю, как они называются, но все их тараканами называли. Там были одни такие чуваки, которые, короче, из-под земли копьями шпыряли. Ужас, с такими воевать в Двемерских руинах. Вы шутите? Зато тут есть еще куча гнутого двемерского металлолома. Вообще нужно в это, в последовательную магию записать эту, как его,
приглушение шагов и вот эту вот невидимость. Чтобы она автоматически ставилась, не было у меня проблем никаких с ней. Так, у меня уже зачарование падает. Зачарование нужно. Да. Это, конечно, было эпично. F. А я все еще... Нет, все сбилось. Вот нафига я его выкинул? Четверочка, вот.